Здравствуйте, это программа «Интервью», я Александр Васильев, и сегодня мой гость – директор Харьковской правозащитной группы Евгений Захаров. Євген Захаров – авторитетний в Україні та далеко за її межами правозахисник. Президент України Петро Порошенко назвав його моральним орієнтиром і совістю нації. Свою правозахисну діяльність Євген Захаров почав ще на початку 70-х років минулого століття. Активний учасник дисидентського руху. Починаючи з 1987 року, Євген Захаров видав понад 150 робіт, присвячених правозахисній тематиці в Україні, Росії, Литві, Германії, Франції, Сполучених Штатах Америки, Данії, Польщі. У 1989 році стає головою Харківської правозахисної організації «Меморіал». У 1991 році паралельно з роботою головного редактора у журналі «Про права людини» організував Харківську правозахисну групу, яка зараз є однією з найпотужніших правозахисних організацій в Україні. У 2011 році стає директором Харківської правозахисної групи. У 2012-му Євгена Захарова обрано головою правління Гельсінської спілки з прав людини в Україні. Лауреат численних премій та нагород, серед яких премія Василя Стуса, орден за інтелектуальну відвагу та орден Свободи. З 2014 року Євген Захаров є головою експертної ради з реформування міліції при Міністерстві внутрішніх справ України. Евгений Ефимович, здравствуйте, рад вас видеть в этой студии, спасибо, что пришли. Ну вот сегодня главная тема нашего разговора, как мне кажется, она не очень популярная, не до конца понятная и известная широкому кругу людей, но крайне важная и интересная на самом-то деле тема. Поговорим о роли адвокатов в советское время и, в частности, роли адвокатов в делах диссидентов. Вот два информационных повода у нас есть поговорить на эту тему. Первое – это 50 лет со дня так называемой демонстрации семерых. Напомню, ну, как известно, это акция, проведенная диссидентами против введения советских войск в Чехословакию. А второй информационный повод. Это вот такая острая, громкая дискуссия, которая сейчас разгорелась в Украине вокруг фильма о Василе Стусе, где режиссеры картины почему-то решили вырезать какие-либо упоминания о вот как раз-таки роли адвокатов вот в деле Стуса, в частности, какие-либо упоминания о его адвокате, одном из адвокатов Викторе Медведчуке. Роли весьма, ну, как известно, скажем так, сомнительные. Ну, вот давайте с этого и начнем. Как вы считаете, вот может ли быть полная, завершенная, цельная биографическая картина о Стусе без упоминания о суде? Момент, который все-таки он сыграл решающую, определяющую роль в его дальнейшей судьбе и, к сожалению, собственно, гибели. Конечно, без упоминания об адвокате в этом процессе обойтись нельзя, на мой взгляд. И видите ли, насколько я знаю, потребовали удалить из фильма сцены, где адвокат Стуса Медведчук беседует со своим подзащитным. Ну, на самом деле Стус умер, а Медведчук вряд ли кому-то рассказывал, о чем они там беседовали. То есть это, ну, по-видимому, некий вымысел, потому что нигде документов об этом, я думаю, нет. Если это чисто документальный фильм, основанный на документальных материалах, и там в других, как бы, его аспектах нет вымысла, то и тут, вообще говоря, неправильно придумывать что-то. Если же авторы фильма допускают художественный вымысел, тогда претензии по поводу этих эпизодов совершенно необоснованы. Но, в принципе, весьма странным кажется вот отсутствие эпизодов в картине с судом. Ну, конечно, это ненормально. Но мы фильм еще не видели, сценарий мы не читали, поэтому пока что трудно судить. Я думаю, что какое-то упоминание о суде там все-таки будет. Он получил 10 плюс 5 в сентябре 1980 года. Это был последний его приговор, он после этого уже, собственно, и умер, и в 1985 году. И это был смертельный фактически для него приговор. Ну, не будем долго останавливаться именно на этом деле. Ну, вот вы утверждаете, не только вы, а вот этому свидетельствуют, ну, как бы документы, да, что Виктор Медведчук исполнял лишь формальную роль в этом процессе. То есть он играл ту роль, которую ему отвели, и то, что он говорил сделать, это нужно делать в соответствии с законом. Суд, вынося приговор, должен учитывать вот эти вещи.
Вот, тем он не менее... об этом напомнил, и все. Вот, вот и вся защита. Ничего другого я как бы там не вижу на этом процессе. Вот, тем не менее, в вашей статье, которую вы уже вот подготовили на данный момент, я знаю, большая статья, которая называется «О политических роли адвокатов в советских политических процессах в 60-х, 80-х годах», вы утверждаете, что вот расхожее мнение о том, что все адвокаты в советское время, адвокаты диссидентов в частности, исполняли лишь формальную роль и реально не защищали своих подзащитных, это миф, это неправда. Неправда. Были и те адвокаты, ну, смельчаки, да, которые брались за неудобные, невыгодные политические дела для более того, себя же, для химии, для карьеры много. И так далее. Вот. Много ли их я было? Я в своей статье привожу список из 17 таких адвокатов с перечислением всех дел, в которых они выступали. А 17 адвокатов на весь Советский Союз – это много? Да. Ну, довольно много. Довольно много. Потому что каждый из них, ну, кто успел только одно дело, как Золотухин, которого после защиты Александра Гинзбурга просто исключили из КПСС и выгнали из адвокатуры. Вот. Но другие успели больше. 5, 6, 7 процессов провели. И были успешны. И именно они были адвокатами-правозащитниками. Что я имею в виду? Какая разница между адвокатами и адвокатом-правозащитником? Разница совершенно однозначная. Они заявляли о том, что их подзащитные невиновны. И требовали вынести оправдательный приговор. Вот в этом именно разница. То есть они не соглашались с квалификацией обвинения в то, что от них, собственно, требовалось, а заявляли, наоборот, позицию противоположную. И вот, вот, вот эти 17 человек, о которых я пишу, ну, прежде всего, тут нужно назвать Софью Васильевну Калистратову, Дину Исааковну Каминскую, ну, Золотухин я уже упоминал, Елена Анисимовна Резникова, Швейский Владимир Яковлевич, Семен Львович Ария, Николай Андреевич Монахов, ну и другие, 17 человек. И должен сказать, что вот я почему еще взялся за этот текст, потому что меня, вот, честно говоря, очень раздражает эта несправедливость, и это, ну, непонимание вещей, которые мне кажутся очевидными. Что поскольку были адвокаты, которые ставили вопрос именно так, то это имело колоссальное значение, и это полностью опровергает мнение о том, что адвокат только болванчик для легитимации приговоров, которые вынесли заранее. Ну, большинство ведь таких было, на самом деле. Вот поэтому и бытует такое. Знаете, мнение. Для того, чтобы ответить на этот вопрос, нужно тщательно изучить все приговоры, посмотреть, как другие адвокаты защищали. Это ведь на самом деле в советское время было репрессировано по политическим статьям 6 тысяч человек. Я имею в виду послесталинский период. 6 тысяч – это много. И те статьи, о которых идет речь, это не весь спектр статей, по которым преследовали диссидентов. Были и другие статьи. Но я сейчас говорю об антисоветской агитации и пропаганде. А сколько было оправдательных, кстати? Вот. Оправдательных не было ни одного. Ни одного? Ни одного не знаю. Но было другое. Вот один миф, что все играли роль, и это не имело никакого значения. Второй миф, что они ничем не могли помочь, это исключено совершенно. И третий миф о том, что на самом деле тогда было это все законно. Такие и справедливо, угу. Тогда было такое законодательство. И согласно этому законодательству, они нарушали закон. Да, они нарушали закон, их за это осудили. Потом эти статьи отменили, изменилось законодательство, их реабилитировали. Ну, вот эти все три мифа абсолютно безосновательны, особенно третий. Я скажу наоборот, я не знаю ни одного приговора по этим политическим статьям, который был бы законным и справедливым. Ни одного. И могу объяснить, почему. Во всех случаях нужно было доказывать, что в действиях подсудимого, в действиях, прежде всего, я хочу подчеркнуть, что судили не за убеждения, а за действия, которые определены криминальным законом и имеют исчерпывающий состав признаков. Так вот, нужно было доказать наличие умысла на эти действия. То есть, если речь идет... Ну, например, вот какая ситуация может быть? Если речь идет о заведомо неправдивых сведениях, которые распространяли подсудимые, заведомо неправдивые означает, что нужно доказать, что он лгал,
Заведомо обманывал и заведомо знал, что он обманывает. Но было же все наоборот. На самом деле все те, кто делал самиздат, распространял самиздат, писал самиздат. Верили в то, что это правда. Верили, да. в то, что это, знали, были уверены, что это правда. И в статье 125, между прочим, Советской Конституции написано, что такого сорта действия не ослабляют, а укрепляют советский общественный строй. Все наоборот. И именно это доказывали адвокаты в своих, в своей правовой позиции. Между прочим, вот если вспомнить вот это дело, о котором мы с вами, о котором вы начали говорить, дело о демонстрантах 25 августа 12:00 на Лобное место вышло на самом деле не 7, а 8 человек. И развернули плакаты, в ту же минуту были свистки, их задержали, избили, вот плакаты давайте, забрали. Евгений Ефимович, я вас на секунду перебью, да. Буквально, у нас есть короткая инфографика вот об этом событии. Давайте посмотрим, вспомним, как это было, и после продолжим. Пожалуйста. Демонстрация 25 августа 1968 года, также называемая демонстрацией семерых, была проведена группой из 8 советских диссидентов на Красной площади и выражала протест против введения в Чехословакию войск СССР. Демонстрация была сидячей, происходила у Лобного места. 8 демонстрантов ровно в 12 часов дня развернули плакаты с лозунгами «Мы теряем лучших друзей», «Да здравствует свободная и независимая Чехословакия», «Позор оккупантам, руки прочь от ЧССР», «За вашу и нашу свободу». Демонстранты были отданы под суд. Все плакаты демонстрантов были квалифицированы как клеветнические. В результате Виктор Файнберг был признан невменяемым и направлен в Ленинградскую спецпсихбольницу, где находился 4 года. Наталья Горбаневская также была признана невменяемой. Вадима Делане приговорили к 2 годам и 10 месяцам лишения свободы. Владимира Дремлюгу к 3 годам, Константина Бабицкого, Ларису Богораз и Павла Литвинова к разным срокам ссылки. Итак, избежать наказания не удалось ни одному из участников этой акции. И, кстати, вы начали говорить о том, что их было 8, хотя вот во многих документах речь идет о 7. Ну, как правило, пишут о 7, на самом деле их было 8, но 8-го участника, Татьяну Баеву, когда их уже задержали и везли в машине в следующее место, где они должны были быть, убедили Таню сказать, что она не участвовала в демонстрации, просто случайно оказалась на этом месте. Убедил ее по ошибке кто? Остальные участники. Угу. И она согласилась, и таким образом ей удалось, как бы, ну, грубо говоря, отмазаться от этого. Понимаете? Так вот, все четверо адвокатов заявили о невиновности своих подзащитных по обеим статьям, которые были предъявлены. 191 и, со значком 1 и 190 со значком 3. Значок 1 – это распространение вот, неправдивых сведений, которые порочат общественный строй. А статья 3 – это групповые действия по организации там, митингов там, и так далее. И было заявлено, что вот та позиция, которую я сформулировал, фактически была заявлена всеми четырьмя адвокатами. Они не обсуждали вопрос о том, насколько справедливы или несправедливы убеждения подсудимых, поскольку это не подсудно. Ну, понятно, они да. говорили только о том, насколько эти действия можно так квалифицировать, и утверждали, что так квалифицировать их нельзя. Поскольку эти люди вот, действовали полностью, знаете, в соответствии что с Конституцией. Спросить, как вы считаете, адвокаты понимали, вот те адвокаты, которые брались за эти дела, они понимали, что они их вряд ли выиграют? Ну, вы знаете, всегда, когда адвокат работает, он верит в то, что он сможет защитить своего подопечного, подзащитного и добиться, если не оправдательного приговора, то, по крайней мере, смягчения приговора. И должен сказать, что ведь на самом деле тут приговоры были относительно мягкими. Самый большой 3 года лишения свободы получил Дремлюга. Вадим Деланэ получил 2 года 10 месяцев лишения свободы, а остальные 3 – ссылку. Это благодаря у Павла Литвинова да? было 5 лет, у Ларисы было 4 года, и у Кости Бабицкого было 3 года ссылки. Это ведь все-таки, ну, сравнительно с другими, как бы, с другими наказаниями, квалификация сама
было достаточно все-таки мягкое, и наказание было, ну, не максимальное, потому что по этим статьям до 3 лет лишения свободы, и по той, понимаете? То есть, в принципе, можно было вполне ожидать, что не все получат по 3 года лишения свободы через поглощение одной статьей другой. Кроме того, понимаете, к этому процессу было привлечено внимание общественного мнения во всем мире. И вообще говоря, твердо знать, как и что будет, ну, в общем-то, было трудно. Опять-таки, были ведь случаи, и, ну, например, были очень успешные защиты этими же людьми, крымских татар, на процессах в Ташкенте, угу. где после известного указа от 5 сентября 1967 года Президиума Верховного Совета СССР о том, что с крымских татар снимается тавро изменников Родины, и там была такая расплывчатая фраза, на основании которой все-таки можно было пытаться вернуться в Крым. И они начали активно этим заниматься, и, соответственно, посыпались репрессии против них именно в связи с этим. И были процессы, их защищали московские адвокаты по просьбе Петра Григорьевича Григоренко. И они были очень успешны. Вот. А вот, между прочим, Евгений Ефимович, скажите, пожалуйста, по поводу репрессий относительно адвокатов в советское время. Кого-то, вот прямым текстом, кого-то посадили? Нет. И вот из тех адвокатов, о которых я говорю, не посадили никого, но некоторые из них были лишены возможности работать. Угу. Вот скажите, пожалуйста, я думаю, интересно будет для нашей аудитории о деле Мустафы Джамилева услышать, опять-таки, о роли адвокатов. Вот. Несколько адвокатов его защищали, московских. Вот, и, ну вот, Дина Каминская защищала и Мустафу Илью Габая в 70-м году в Ташкенте. Вот он получил свои 3 года, но, понимаете, Мустафа очень жесткий человек в том смысле, что он никогда не уступал своим оппонентам своей правды. Он всегда ее отстаивал, доводил и так далее. Тем не менее, Дина Исаковна доказывала, что он должен быть объявлен невиновным, поскольку никаких нарушений. То есть честные адвокаты у него были. Да, вот у него были честные адвокаты. Хотелось бы услышать. Да, 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 конечно. Вот хотелось бы провести параллели с нынешней ситуацией в Украине. Не складывается ли у вас впечатление, что есть нечто схожее вот с тем, что было тогда, в советское время? Сейчас многие адвокаты, так же, как и тогда, боятся брать за невыгодные политические для себя дела, для своей карьеры. Например, за дела Майдана, за защищать, например, тех же правоохранителей, которые были на Майдане. Например, защищать российских граждан в Украине или подозреваемых в сотрудничестве, всего лишь подозреваемых еще в сотрудничестве с так называемыми ЛДНР и так далее, и так далее, и так далее. И, очевидно, они совершенно справедливо, оправданно боятся браться за эти дела, потому что это порочит не только их имя, да? Ну, я понимаю. Но и грозит их безопасности на самом-то деле. Ну, тут вот есть, как вы оцените эту ситуацию? Тут есть, конечно, проблема, связанная с тем, что у нас, к сожалению, часто переносят ненависть к обвиняемым в совершении преступления на их адвокатов, да. Что, вообще говоря, совершенно недопустимо и ненормально. Адвокат должен выполнять свои обязанности. Если он берется защищать, он должен защищать в соответствии с процессуальным законом. И его ни в коем случае нельзя за это подвергать остракизму. А у нас это происходит. Это ненормально совершенно. Разница все-таки есть между их подзащитными. Между их подзащитными. Это, конечно. Конечно, конечно. Понимаете, ведь политические процессы тех времен были характерны именно тем, что адвокаты были, когда они так говорили, они были адвокаты-правозащитники. Угу. То есть они исходили из того, что их подзащитные невиновны. И более того, они подчеркивали высокие гражданские мотивы тех людей, тех действий, которые они совершали в рамках Конституции, и утверждали, что все наоборот. А здесь все-таки априори есть определенные сомнения в отношении вот тех людей, которых обвиняют в совершении преступлений, в которых их обвиняют, что там действительно могут быть основания. Но тем не менее, это не повод. Это не повод для того, чтобы поддавать остракизму адвокатов, это не повод, чтобы отказываться от защиты для профессионального адвоката. То есть, но на самом деле, вот на мой взгляд, адвокат отличается от адвоката-правозащитника именно в том,
что адвокат-правозащитник не будет браться за дела, в которых он будет полагать, что его подзащитник виновен, действительно совершил преступление, виновен. А вот скажите, и тогда его обязанности только использовать все возможности, которые есть, чтобы смягчить наказание, сделать иную квалификацию, если для этого есть основания. Но адвокат-правозащитник уже не очень будет такими делами заниматься. Были ли такие дела у адвокатов ХПГ? Конечно, имею в виду дела, которые были крайне невыгодные, опять-таки политические, опасные. У нас вообще большая часть наших дел, они крайне невыгодные. Ни с какой точки зрения, поскольку мы не занимаемся делами экономического характера совершенно. Это не наша область. То есть наши люди, которые к нам обращаются, обычно неимущие. Обращаются к нам именно потому, что они не могут пригласить адвоката сильного, профессионального и заплатить ему гонорар. Потому что наша помощь бесплатна. Ну и кроме того, ведь мы помогаем, пытаемся помочь людям, которые относятся к уязвимым группам. Люди, которые наркозависимы, которые больны ВИЧ, ВИЧ-СПИДом, которые находятся в заключении, понимаете. Но их права нарушаются, поэтому мы пытаемся им помочь. И, в общем-то, должен сказать, что количество оправдательных приговоров, которых добились адвокаты, которые работают с нами, гораздо выше, чем общая цифра по стране. Вот если брать весь процент всех дел и того, что добились наши адвокаты по отношению к общему числу дел, которые мы ведем, так у нас процент гораздо более высокий. То есть у нас много оправдательных приговоров в тех делах, которые ведут наши адвокаты. Это очень важный вопрос. Мы защищаем людей, которые пострадали фактически от действий государства, то ли от его бездеятельности. У нас много таких дел. Всякий раз, когда мы обращаемся в Европейский суд, мы фактически делаем это вынужденно, поскольку мы не смогли решить проблему нарушения прав человека в национальных инстанциях судебных. В завершение хотелось бы, конечно, вспомнить о письме обращения коллегу Сенцову, которое вы опубликовали у себя на странице в Фейсбуке, и письмо, под которым подписались многие правозащитники, деятели культуры, общественные активисты и так далее. Вы просите Олега Сенцова прекратить голодовку. Давайте посмотрим фрагмент из этого письма и после продолжим. Пожалуйста. Дорогой Олег, в украинском обществе бродило переживание, имеем ли мы право просить тебя остановить голодовку. Мы сильно волновались, мы не смели к тебе обратиться. С одной стороны, мы едины с тобой в твоем требовании, с другой стороны, мы боимся за твою жизнь и за жизнь всех хлопцев. В мире не так много людей такой воли, как ты. Мы знаем, что ты не любишь, когда о тебе говорят хорошее. Но такой волевой, крепкий духом человек нам нужен живым. Именно для того, чтобы продолжить дальнейшую борьбу за всех наших хлопцев, за которых ты готов жизнь положить. Ты нам нужен. Мы тебя просим от имени всех нас, от имени всех, кто ценит жизнь и волю выше всего. Просим с почтением и с любовью к тебе. Низкий поклон твоей маме, наша любовь к твоим деткам, ради любви к ним, ради любви к нам, ради Бога, просим тебя остановить голодовку. Настоятельно просим, очень просим тебя. Вот как вы в целом считаете, может ли стоить человеческая жизнь освобождение других людей? Как знаете, это вопрос очень сложный, и каждый отвечает на этот вопрос так, как он считает нужным. То есть тут нельзя ничего оценивать, на мой взгляд. Я полагаю, что если есть реальная угроза смерти, то лучше голодовку снять и сохранить жизнь для последующих действий и последующей борьбы. Понимаете? И вот возвращаясь к истории непосредственно Олега Сенцова, вы попросили прекратить его голодовку. Да, мы осмелились. Была ли какая-то ответная реакция? И что сейчас, собственно, происходит ответной с Олегом Сенцовым? Ответной реакции так прямо не было. Вот, сейчас происходит... Сейчас происходит усиление давления на российское руководство с целью его освобождения и обмена, который есть предложение об обмене. На встрече и президента Франции, и премьер-министра Германии об этом шла речь с президентом Путиным. Кроме того, есть еще такие действия, как требование того, чтобы к Сенцову пустили
врачей-специалистов из других стран, а не только российских. С этой целью обращались в ООН, и я знаю, что генсек ООН звонил Лаврову по этому поводу, у них была беседа буквально вот на днях, чем это кончилось, мне неизвестно. Вот. Ну, в общем, я это говорю к тому, что есть общее поле давления, которое существует с целью освобождения и Сенцова, его здоровье, и других людей. Ну, конечно, это все очень опасно. У него уже был один сердечный приступ серьезный, и, может быть, еще один сердечный приступ, который будет просто фатальным. Поэтому, конечно, было бы гораздо лучше, если бы его освободили. Вот. Ну, очень на это надеюсь, потому что все-таки мне представляется, что для российского руководства совершенно невыгодна эта смерть, это только ухудшение внешнеполитического положения России. Будем надеяться на скорейшее все-таки освобождение Олега Сенцова. Евгений Ефимович, спасибо вам большое за эту интересную беседу. И вот, кстати, в вашей статье, которую мы упоминали, о роли адвоката в советских политических процессах, вы упоминаете о песне Юлия Кима, которая называется «Адвокатский вальс». И сам Юлий Ким говорил об этой песне следующее, что эта песня посвящается всем тем адвокатам, которые не боялись в советское время браться за вот такие невыгодные процессы в ущерб своей карьере. Да, я не сказал о том, что выгнали из адвокатуры Золотухина, Николая Монахова, лишили права на профессию, что лишили допуска к таким делам и Софью Васильевну, и Дину Исаковну, и несколько других адвокатов. Просто не допускали к делам. У нас был замечательный адвокат Нелия Яковлевна Немиринская, она жила в Луганске. И она тоже выступала защитником подсудимых во многих политических процессах, причем не только в Украине. Она и выезжала и в Россию с этой целью, во Владимир, например, Некипелова защищала. В Алма-Ату выезжала, защищала буддиста Дендерона там, и так далее. У нее тоже были большие проблемы. Вынуждены завершать, Евгений Ефимович. Я почему, собственно, вспомнила о песне Юлия Кима? Думаю, правильно и логично было бы вот закончить наш сегодняшний разговор, послушав эту замечательную песню. Было бы очень хорошо. Спасибо, Евгений Ефимович. Спасибо всем, кто смотрел. Сегодня гостем программы был директор Харьковской правозащиты группы Евгений Захаров. Адвокатский вальс. Конечно, усилия тщетны, и им не вдолбить ничего. Предметы для них беспредметны, а белое просто черно. Судье заодно с прокурором плевать на детальный разбор, им лишь бы прикрыть разговором готовый уже приговор. Вот эту фразу «плевать на детальный разбор» Софья Васильевна процитировала в каком-то из дальнейших диссидентских процессов и очень потом этим гордилась. А вальс заканчивался так: «Ой, правое русское слово, луч света в кромешной ночи, и все будет вечно хреново, и все же ты вечно звучит, и все же ты вечно звучит».